По загадочным причинам некоторые фильмы имеют историю странных проклятий, преследующих актеров, режиссеров и других людей, имеющих отношение к съемкам. Самые известные случаи подобных неприятностей, как правило, связаны с фильмами ужасов, такими как «Экзорцист», «Полтергейст» или «Омен». Пусть это и пугает, но кажется, что на съемках кинокартин о потустороннем и паранормальном просто обязано происходить что-то жуткое. Но что если нечто сверхъестественное и злое нависает над, казалось бы, невинным сериалом о подростках? Музыкально-комедийное телешоу «Хор», также известное как «Лузеры», хит Райана Мёрфи о ботаниках, неудачниках и изгоях средней школы МакКинли, которые решили заняться пением и танцами. В сериале 6 сезонов, которого транслировались с 2009 по 2015 годы. Присутствует юмор, любовь, сценические номера и яркий костюм. С первых сезонов шоу привлекло миллионы поклонников со всего мира. Здесь есть все, что делает успешным американский сериал о тинейджерах и взрослении. Буллинг в школе, попытки самоубийства, смерть сверстника, ранняя беременность и многое другое. Стоит лишь взглянуть на персонажей и подбор актеров, и сразу понятно, что история нацелена на широкую аудиторию. Среди героев есть геи, лесбиянки, к которым уже все привыкли, но появляются еще трансвестит и трансгендер. Есть поводы подумать и о жизни людей с синдромом Дауна, и о жизни людей с ограниченными возможностями. В данном случае в инвалидной коляске. Мы видим актеров с разным индексом массы тела, с разным цветом кожи, ведь основная идея – принятие друг друга и себя. Это единственный сериал, актеры которого между сезонами отправлялись в музыкальные турне, совершили круг почета по 4 мегаполисам и записали собственные альбомы. Саундтреки в исполнении актерского состава попадали в лучшую сотню Billboard чаще, чем любая другая группа, за исключением Beatles. Они даже выступали в Белом доме. Создатель Райан Мёрфи получил Эмми за пилотную версию «Хора». Помимо множества телевизионных наград, шоу получило и осуждение от совета по телевидению родителей, который заметил в сериале завуалированную ссылку на филиацию, осуждение воздержания, имитацию секса во время музыкальных танцевальных номеров и шутки о преждевременном завершении полового акта. Очевидно, они пропустили эпизод, в котором один из главных героев приправляет марихуаной кекс для ярмарки. Но все это цветочки по сравнению с тем фактом, что 8 человек, которые снимались в «Хоре» или в том или ином качестве были причастны к шоу, скончались. Среди них 4 человека, сыгравшие значимые роли в сериале. Актеры Кори Монтайт, Марк Саллинг, Робин Троки и Найя Ривера. Но помимо этих громких смертей, умерли 4 члена съемочной группы. Помощник режиссера Джим Фуллер от сердечного приступа, ассистент режиссера-постановщика Нэнси Моулс и монтажник Митчелл покончили с собой. Марк Уотсон, дублер Мэтью Моррисона, погиб в автокатастрофе. При загадочных обстоятельствах умер жених актрисы Бекки Тобин, предприниматель Мэтт Бендик. Как одно телешоу сконцентрировало в себе такое количество смертей и собрало вместе людей, боровшихся с внутренними демонами, которые вот-вот готовы были вырваться из-под контроля? Сегодня мы поближе рассмотрим историю создания сериала «Хор» и попробуем разобраться, чем так не угодила вселенная это шоу, что за смертельное проклятие косило актеров и съемочную группу, а также какие мрачные тайны хранили создатели и участники телепроекта. Внимание, юные детективы, если вы планируете посмотреть сериал, о котором идет речь, то предупреждаю, что данное видео содержит спойлеры. Но ситуация могла бы развиваться иначе, если бы у ребят из «Хора» была хорошая между собой связь. Для того, чтобы выговориться, поддержать друг друга. И речь не только о душевной симпатии, а и неплохо иметь и выгодный пакет мобильной связи. Именно такую связь предоставляет Мегафон с услугой «Мегасемья». Добро пожаловать в мир тайн и загадок. Сегодня я хочу поделиться с вами одним великим открытием. Мегасемья — это не просто услуга. Это путь к общению, связи и взаимопониманию. В этой комнате скрыты секреты, которые расширят ваши возможности и сделают вашу жизнь еще более загадочной. Всего лишь несколько прикосновений к экрану, и вы сможете создать мега-семью, уникальное объединение близких людей и устройств. Благодаря этой услуге вы можете делиться тарифом с вашими близкими, друзьями и своими умными устройствами. Больше не нужно беспокоиться о том, что кто-то останется без связи или на вашем планшете закончится интернет в самый неподходящий момент. Мегасемья позволяет вам сэкономить и более выгодно платить за услуги связи. Вы можете подключить к мегасемье до 5 номеров. Платит один. Пользуются все.
И что самое важное, это могут быть не только смартфоны родных, но и собственные устройства. Роутеры, планшеты или детские часы. Что угодно, где есть симка. Управлять мегасемьей можно прямо из приложения Мегафона. В несколько кликов приглашать или исключать участников. Мегафон — это не просто оператор связи. Это источник магии и тайны, который открывает перед вами новые возможности в мире коммуникации. Откройте дверь в загадочный мир мегасемьи от Мегафона. Посетите сайт по ссылке ниже и узнаете больше о том, как создать свою мегасемью. Добавляйте несколько устройств в свой тариф и шерьте общие минуты и гигабайты на всех. Мегафон. Ваш путь в мир тайной связи. Хор застал врасплох своего создателя Райана Мёрфи в спортзале, когда из одежды на известном сценаристе было лишь полотенце. Знакомый подошел к Мёрфи с пачкой сшитых листов и сказал: «Как я помню, ты когда-то пел в хоре, да?» В школе тот действительно пел. Это был сценарий фильма авторства Иэна Бреннана, и Мёрфи прочитал его несколько недель спустя. В оригинале хор задумывался как черная комедия с каким-то странным главным героем, жизнь которого катилась под откос. Мёрфи в итоге трансформировал эту историю в шоу-мюзикл, который теперь все знают как хор. Исполнительный директор студии Fox Кевин Рейли прочитал пилотный сценарий и сделал замечание. «Мне нравится этот пилот. Но, вероятно, он не зайдет. Здесь нет ни одного реального человека. Все милые и оптимистичные. Здесь некого ненавидеть». Когда добавили отрицательных персонажей, съемки были одобрены. Сюжет крутится вокруг школьного хорового кружка, который пытается закрыть школьный тренер, а ученики пытаются противостоять ей во главе с руководителем хора, учителем испанского. Во время кастинга в хор руководство решило взять на главные роли малоизвестных и начинающих актеров. Давайте сделаем звезд, ведь вокруг так много талантов. Леа Мишель, миниатюрная на вид, энергичная как торнадо, и кажется настолько решительно настроенная понравится всем, что сопротивление практически бесполезно. Мишель решила посвятить свою жизнь театру после просмотра «Смешной девчонки» с Барбарой Стрейзенд в главной роли. По мнению Леа, ее со звездой, помимо актерского и певческого таланта, роднил большой нос, который ей многие советовали исправить. До хора у девушки уже был опыт выступления на бродвейских шоу. Мишель дважды прослушивалась в хор. Особенно ей запомнился второй кастинг, потому что она пришла со стеклом в волосах после того, как прямо на парковке студии попала в автомобильную аварию. Хорошенькое начало. По словам самой Леа, ей показалось, что ее душа чуть не рассталась с телом. Девушка бросила свою разбитую машину на месте происшествия и побежала через стоянку прямо на свое прослушивание. Новость о том, что только что произошло, уже дошла до руководства кастинга. Ей сказали идти домой и что она может пройти прослушивание в другой день. Но Мишель категорически отказалась и попросила 2 минуты в дамской комнате, чтобы взять себя в руки. Она была полна решимости стать частью актерского состава хора, несмотря ни на что. В ванной Леа оценила свой внешний вид в зеркале. На помощь ей пришла стажерка студии, работавшая на кастинге, Стефани. Она помогла вытряхнуть осколки из волос, вытерла кровь с порезов на лице и поправила макияж. Но история первого прослушивания не менее странная. Аккомпаниатор в комнате прослушивания допустил ошибку, и всем стало смешно, кроме Мишель. «Ну-ка, не смейтесь», — пригрозила девушка руководству кастинга. Те подумали, что она уже вошла в образ. Они еще не знали, что это была настоящая Леа Мишель. После этого она направилась к аккомпаниатору и влепила ему пощечину. После повторного прослушивания роль целеустремленной Рэйчел досталась ей. После съемок сериала Леа написала так называемую книгу под красноречивым названием «Амбиции брюнетки». Из нее поклонники могут узнать о ее любимых блюдах, фильмах, как она делает макияж по-голливудски и укладывает волосы. Словом, весьма познавательно. Роль Финна Хадсона, главного мужского персонажа, досталась Кори Монтейту. «Я играю квотербека? Как это произошло? Я никогда не ходил в среднюю школу, я даже никогда не был на футбольном матче», — рассуждал позже сам канадец. А произошло это вот как. Вместо обычных кинопроб требовалось предоставить видеозапись, на которой соискатель поет. Однако Кори Монтейт петь не умел, потому снял видео, на котором изображал игру на ударной установке. Ты был в группе или был музыкантом? Да, я вырос, играя на барабанах. Понятно. И скажем так, это был мой первый музыкальный опыт. Я раньше никогда не пел. Ты раньше никогда не пел? Никогда не пел. Так как ты думал пройти прослушивание в шоу, где поют? Знаете, это довольно безумно. У меня была менеджер, и она все еще мой менеджер, Елена.
Она предложила, чтобы я вместо пения показал мои музыкальные способности, игру на барабанах. Она предложила это для прослушивания. Но в агентстве у нас были только кофейные чашки, пластиковая посуда и незаточенные карандаши, которые... А, вот. Хорошо. Я слышала о том, что ты сделал это именно так. Я хочу увидеть, как ты попал в хор, играя на этой установке. То, что нужно. Это будет бас. Хорошо. Это будет малый барабан. Давай. Это было вот так. Многие из пришедших ребят играли в группах или пели так, будто они были в бойз-бендах, рассказывал Райан Мёрфи. А Кори играл на барабанах на записи своего прослушивания. Я подумал, о, круто. Продюсерам настолько понравилась его мальчишеская внешность, что они связались с агентом Кори, через которую и передали Монтейту просьбу прилететь в Лос-Анджелес на кинопробы. Но Монтейт в резюме соврал о своем настоящем возрасте. Ему было 27 лет, когда он пробовался на роль ученика старшей школы. Вышла еще одна неувязочка. Кори утвердили на роли и потом спохватились. А как же он будет петь, исполнитель, ведущий мужской роли? К счастью, у Монтейта оказался хороший сильный голос, но вот владеть им он научился прямо на ходу съемок. Как только Мёрфи отобрал финальных претендентов, 12 на первый сезон и 14 на второй, съемки начались всерьез. Перед выходом пилотного эпизода в эфир его показали тестовой аудитории. «Он выстрелил», — сказал Райан. «Это была настоящая бомба. И люди не поняли, что это был мюзикл. Никто, а в той комнате было 36 человек, не подумал, что это мюзикл. Многие люди думали, что это пародия, которой сериал в некотором роде и был». Все участники шоу говорили, что хор стал невероятным приключением их жизни, а актеры стали настоящей семьей друг для друга. Но была и другая, темная сторона. Хор еще не знал, что идиллия не будет длиться вечно. К третьему сезону все вцепятся друг другу в глотки, а съемки станут настолько изнуряющими, что приведут к многочисленным трагедиям. Юные детективы, не забываем подписываться на канал с допросами. Видео выходит каждую неделю. Ссылка в описании. Где она уснула? В своей спальне? Она пришла ко мне на диван. Ордер у нас на машину, чтобы мы могли... Да, да. В четверг днем в актовом зале средней школы Хуана Родригеса Кабрильо в Лонг-Бич, Калифорния, 12 привлекательных молодых людей поют и танцуют перед камерами так быстро, как только могут. Но недостаточно быстро. Им кажется, будто они попали в замедленную съемку. Они устали. Эти парни и девушки играют в неугомонном шоу, действие которого разворачивается в средней школе Уильяма МакКинли. Они вымотаны. Давление от продолжения дебютного сезона, породившего хитовые альбомы с саундтреками, концертный тур и безумный страстный фанатизм самопровозглашенных гликов подбирается к ним. На сцене они делают серьезные лица, подпевая исполнению хита Джоан Осборн «Что если бы Бог был одним из нас?». Это, вероятно, конец эпизода, в котором все усваивают очень важный урок. Актеры начинают дурачиться. Илья Мишель, которая играет гиперактивную Рэйчел Берри, резко оборачивается и свирепо смотрит на них. «Ребята, сегодня мы поем для Бога». На секунду кажется, что она говорит серьезно, но затем все нервно хихикают. Хотя есть требовательный режиссер, именно Леа, то и дело торопит своих, как и кажется, непрофессиональных коллег. «Давайте-ка поскорее, у меня еще дела». Образно говоря, ребята из хора вот-вот закончат школу Кабрильо. Они снимались здесь 2 года, но после этой недели они не вернутся. Фокс решила, что проводить съемки в настоящей школе нерационально, и поэтому точная копия спортивного зала школы Кабрилья была построена на студии. Пока конструировали спортивный зал, один из декораторов, Пол, умер от сердечного приступа. Таксист Джей Эй Байерли рассказал СМИ, что его брат Митчелл, который также работал монтажником декораций на шоу, покончил с собой в конце 6-го сезона из-за напряженности графика шоу, также из-за темпа и давления на этой работе. Это были пока еще незаметные жертвы, которых под веселые каверы на Бритни Спирс и Леди Гагу переехал каток хора. Съемочная команда каждую неделю выпускали не только новый эпизод, но и записывали полноценный альбом. Музыкальный продюсер шоу Адам Андерс рассказывал. «Мой партнер Пер Астром живет в Швеции. Когда я ложусь спать, он продолжает работать и наоборот. Таким образом, мы получаем 9 дополнительных часов. Итак, я сплю, он аранжирует, я просыпаюсь и проверяю, что вышло, и потом иду менять то или это, потом все готово, и мы двигаемся дальше. Это потрясающе. Немногие люди могут работать во сне,
а я могу. Но сложнее всего приходилось актерам. В свободное от съемок время они не отдыхали, а занимались вокалом, хореографией и разучивали реплики, тексты песен и танцевальные номера. По воспоминаниям одного из парней, однажды им сказали, что всем необходимо выучить текст «Богемской рапсодии». Сколько на это времени, интересовались актеры? Ответ был – сутки. После съемок актерский состав и сам создатель Райан Мёрфи закатывали вечеринку до рассвета. Я был там с ними весь день, а потом мы заканчивали работу, шли гулять и веселились всю ночь. И я думаю, таким странным извращенным образом я пытался заново пережить детство, которого у меня никогда не было. Хор начинает безраздельно властвовать над духом времени, начиная от детей до пожилых людей, которые за просмотром вспоминали свои школьные годы. Музыкальное шоу зарекомендовало себя как одна из ведущих сенсаций поп-культуры на телевидении 21 века. Благодаря сочетанию телевизионных эпизодов и музыкальных представлений вживую, сериал привлек значительную базу поклонников и создал целую культуру самовыражения. Хор — это, по сути, повествование с акцентом на борьбе аутсайдера за славу. Своеобразная инструкция для фанатов, как осуществить свою мечту и стать звездой. Я думаю, что это шоу, которое создали фанаты. Они нашли его, оно им понравилось, они купили музыку, они превратили ее в феномен, они купили билеты на эти концертные туры, у них было собственное понимание всего этого. Говорил о поклонниках сериала Райан Мёрфи. Преданное фанат-сообщество называет себя «гликами» от оригинального названия сериала «Гли». В эпоху социальных сетей между шоу и его основными поклонниками фактически стерлись рамки и границ. Эти отношения стали почти близкими. Глики были везде. Веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и YouTube-каналы. Они присутствовали на Comic-Con. Создатели сняли промо-видео, где показали жест, по которому глики могут узнавать друг друга. Актеры образуют пальцами букву «L» и кладут руку на лоб. Используя этот жест, хор изменяет прежнюю негативную коннотацию термина «неудачник». Эта концепция, созданная для фанатов, модель, с которой они могут идентифицировать себя. После первого сезона никто не знал, куда движется сериал, даже соавторы Мёрфи, Иэн Бреннан и Брэд Фальчук. Все стало странно. Даже закоренелые глики жаловались, что в эпизодах сюжет приносили в жертву в угоду сальто с участием каскадеров, музыкальным номерам и включением вроде «Эй, детки, поделитесь этим вирусным видео в вашей социальной сети». Чтобы не потерять аудиторию, студия решила принять меры. Больше, выше, сильнее. Fox давила на актеров, создателей, съемочную группу. Шоу было дойной коровой студии, и по сути она была готова выжимать из него все до последнего. Актеры работали на износ. В отличие от других сериалов, где в перерывах между сезонами актеры отдыхали, команда хора отправлялась в турне со своими музыкальными номерами и устраивали встречи с фанатами, где поклонники могли обсудить сериал. Студия отправила актерский состав в турне по ориентированным на молодежь магазинам одежды, где они исполняли песни из пилота и продавали футболки с надписью «Я Галик». Когда слава актерского состава хора достигла апогея, внимание фанатов постепенно начинало становиться проблемой. Последней каплей стал инцидент, когда поклонники появились на съемочной площадке и бомбардировали актеров, сорвав съемки. Это вынудило руководство построить туннели между трейлерами и местами съемок, чтобы молодые звезды могли безопасно путешествовать к съемочному павильону и друг другу. Их мир катастрофически сжимался. Роберт Митчелл описал съемки так. «С одной стороны, было ощущение, что нас держат против воли, а с другой, ну, это телевидение». Как и в любом реалити-шоу, в начале атмосфера была великолепна, а потом, по прошествии недель, все чертовски устали. Дискомфорта на съемочной площадке добавляло соперничество. Это была конкурентная среда с кучей эмоциональных, драматичных, склонных к соревнованию молодых людей. Актеры пытались обогнать друг друга по количеству лайков, просмотров, и в их изолированном от внешнего мира муравейнике с тоннелями назревали конфликты. Леа Мишель чаще всего награждали эпитетом «неприятная». Ее буквально ненавидели коллеги и все, кому доводилось с ней сталкиваться, начиная с девочки, с которой они вместе играли в бродвейском мюзикле, когда им было по 12 лет. Леа Мишель и Найя Ривера, которую взяли на роль черлидерши, открыто враждовали. По словам Риверы, вскоре Леа начала игнорировать ее, и в конце концов дошло до того, что она не сказала мне ни слова за весь шестой сезон. К слову, Леа проявляла неприязнь не только к другим актрисам, называя их непрофессиональными выскочками. Был эпизод, когда она попросила персонал пересадить сотрудницу съемочной группы, потому что этот стол только для актеров. Она многим давала понять, что те тут не к месту. С теми, кого нас считала неважными, Леа общалась только через ассистента и никогда лично.
А по словам некоторых дублеров, Лиа всех второстепенных актеров именовала тараканами. Зато с коллегами и руководством она была мила и приветлива. «Мне нужны аплодисменты, чтобы жить». Эта фраза из сериала, по словам самой Мишель, о ней самой. И вдруг Лиа Мишель, девушка с чертами нарциссической личности и манипулятора, с репутацией актрисы, с которой трудно работать, начала встречаться с Кори Монтейтом. Руководитель по гриму и друг Монтейта Даг Киркпатрик сказал: «Я думаю, она выбрала его только потому, что он снимался в этом телешоу». Абсолютно все и на съемочной площадке, и за кулисами были сбиты с толку этими романтическими отношениями. По слухам, они даже обручились. Никто вообще не понимал, как этой паре пришло в голову перенести экранные отношения в жизнь. Но многие увидели закономерность между тем, что эти двое начали встречаться, и трагедией, которая произошла дальше. «Тук-тук-тук! Мистер Монтейт, откройте!» По двери гостиничного номера деликатно стучали сотрудники Fairmont Pacific Rim в Ванкувере. «Мистер Монтейт, с вами все в порядке?» Персонал отеля начал подозревать, что с постояльцем, который не пришел к регистрационному столу вовремя, произошло что-то плохое. Хотя в сериале он играет простоватого парня, на самом деле Кори Монтейт был отличным собеседником, забавным, откровенным и вдумчивым. В нем смешались шотландская, ирландская, английская и на четверть голландская кровь. Его бабушка по материнской линии родилась в Нидерландах. Кори родился в крупном канадском городе Калгари. Его мать Энн МакГрегор была дизайнером интерьеров, а отец Джо Монтейт – военнослужащим в канадской легкой пехоте принцессы Патриции. Ничего примечательного. Юность будущий актер провел в Британской Колумбии, город Виктория. Родители Кори разошлись, когда ему было всего 7 лет. После этого события он и его старший брат остались на попечении матери, которая очень скоро перевезла их обратно в Калгари. В старшей школе у Монтейта начались проблемы с адаптацией. Вероятно, так проявлял себя синдром дефицита внимания и гиперактивность. Кори привлекал весь этот мир волнений и опасностей за дверями средней школы, своего рода образ жизни подростка-отступника. Сменив, по его словам, дюжину школ, он бросил учебу в 16 лет. В одном из своих интервью актер признался, что хотел сниматься в молодежных комедиях и фильмах о школе. Таким образом, он словно бы переживал годы учебы, которые упустил. «Нужно очень постараться, чтобы попасть в беду в Виктории», — рассказывал Монтейт. «Но я старался, прогуливал школу, пил, все такое дерьмо. Все начиналось вот так, невинно. Я определенно попадал в такие места, из которых мне очень повезло выбраться». После окончания школы он был кровельщиком, водителем школьного автобуса, мыл машины, здоровался с посетителями Walmart, проводил выборочные проверки обслуживания клиентов в качестве тайного покупателя 7-Eleven и многое-многое другое. Кори стал наркоманом. Ворвал деньги у родных, врал, постоянно искал новую дозу. Пройти курс необходимого лечения он решился только в 2001 году. Там же, в рехабе, в 2011 он получил диплом о среднем образовании в альтернативной школе. Помимо участия в скромно успешных местных рок-группах и качестве барабанщика, у Монтейта не было опыта выступлений. Но в реабилитационном центре был учитель актерского мастерства, который приезжал каждую среду из Ванкувера. Монтейт ходил на занятия. Преподаватель сказал юноше, что у него есть природные способности, и, что более важно, сообщил Монтейту, что актерам платят, что раньше ему в голову не приходило. Буквально две недели спустя он был на корабле в Ванкувер со своей одеждой в паре пластиковых пакетов. А потом была куча прослушиваний. В период с 2006 по 2009 талантливый и очень работоспособный актер снимается еще в 18 новых фильмах. Его роли небольшие и эпизодические, но среди работ актера значатся фильмы «Пункт назначения 3», «Шепот», «Добро пожаловать» или «Соседям вход запрещен», «Невидимый», а также известные сериалы «Звездные врата», «CG1», «Флэш Гордон», «Домохозяйки». Он работал с известными актерами. Актер переехал в Лос-Анджелес и, казалось, с оптимизмом смотрел в будущее, сосредоточившись на своей трезвости. Он познакомился с актером Джастином Нилом, и они стали соседями по квартире. Монтейт рассказал новому другу о своем непростом прошлом. Джастин выразил беспокойство по этому поводу. Кори вел здоровый образ жизни, тренировался. «Я получил роль в сериале», — однажды похвастался Кори. «Да, и о чем он?» «Танцы в старшей школе». «О, парень, скоро ты уедешь обратно домой в Канаду», — подумал Нил. Но когда Кори принес запись пилотного эпизода, Джастин понял, что ошибся.
Монтейт показывал запись всем, кто приходил к ним домой и смотрел на реакцию. По словам Нила, он просмотрел пилот раз 30 еще до премьеры и понял, что их ждет успех. Но съемки давались Кори нелегко. Не только из-за графика и высоких требований. Чтобы скрыть недостатки его вокальных данных, продюсеры использовали все хитрости. Монтейт признавался, что в ранних эпизодах можно услышать цифровую обработку его голоса. У некоторых коллег по площадке был опыт работы в группе подтанцовки у Бейонсе, а у Кори были только его природные данные. Он был молодым, симпатичным, умным и статным юношей, не лишенным обаяния. На руку ему играло телосложение с впечатляющими размерами тела и мускулистым телом спортсмена. Но по словам самого Кори, когда его менеджер сказал, что ему предстоит петь перед множеством людей, он был просто ошарашен. Быть не в своей тарелке отчасти было преимуществом. Монтейт, возможно, никогда не был спортсменом, но он совершенно правдоподобен, как парень, впервые открывающий свою эмоциональную палитру, достигающий тех высоких нот, что его персонаж. Но это только на первый взгляд. В отличие от коллег по цеху, которые пели или танцевали, или то и другое сразу, Монтейту приходилось тяжело. На время съемок танцевальных номеров его, как правило, ставили на задний план, пытаясь отвлечь от него внимание более профессиональными танцорами. С самого начала Кори был действительно откровенен со всеми актерами о своем прошлом и проблемах, которые у него были с наркотиками и алкоголем. Он прямо заявил: «Я бывший наркоман», и он не пил и не употреблял никаких наркотиков. По словам самого Монтейта, он вел скромный образ жизни. «Я живу в Калвер-Сити с несколькими соседями по комнате. Я не занимаюсь всеми этими голливудскими штучками». А здесь у бара встречается Джастин, он смешивает напитки. Класс, вечеринка барбекю. Да начнется вечеринка. Бутылки на стенах. Это довольно мило, это все для развлечения, но ты ведь даже не пьешь. Я даже не пью. Однако перед отъездом в тур актеры всей компании пошли поужинать и решили отпраздновать коктейлями, потому что знали, что будут работать до рассвета и времени уже не будет. И к своему изумлению впервые увидели, как Монтейт пьет. Он заметил, что все заметили. По словам Риверы, Монтейт сказал, что хотел бы попробовать пить в умеренных количествах. Поскольку большинство его коллег по актерскому составу не были знакомы с зависимостью, они поверили ему на слово и предположили, что он сможет себя контролировать. К тому же у Кори был день рождения, он казался спокойным и уверенным. Актеры не до конца осознавали масштабы его прежних проблем. Гример Киркпатрик вспомнил, что его друг Монтейт вдруг признался, что в ту ночь коллега по актерскому составу убедила его выпить, что привело к рецидиву. «Если ты хочешь выпить, так давай. Я буду здесь. Ты всегда можешь на меня положиться». Все мы догадываемся, кто это был. Его девушка, Леа. Это сбило его с толку и отчасти разозлило, рассказывал гример. Но он это сделал. Он снова начал пить, потому что ему дала разрешение та, кого он любил. Алкоголь был не единственным демоном Монтейта, с которым он боролся. Коллеги и руководители всегда думали о Кори как о выздоравливающем алкоголике и совершенно забыли, что у него также были проблемы с героином. Наркомана все представляли живущим на улице, а не как милого, умного, талантливого актера с кучей денег. Он всегда знал свои реплики, хореографию и был в трезвом уме. Но в поведении Монтейта стали замечать перемены после того, как он начал встречаться с коллегой Леа Мишель. Чем серьезнее становились отношения, тем меньше Кори общался с нами, и тем больше он казался другим человеком, рассказывала Ривера. 31 марта 2013-го Монтейт добровольно поступил в лечебное учреждение для лечения зависимости от психоактивных веществ. 26 апреля актер завершил свое лечение и написал в Твиттере поклонникам: «Посылаю всем большую любовь. Спасибо вам за постоянную поддержку. Это очень много значит для меня». Однажды он вернулся из перерыва между сезонами очень худым. Он сказал, что проводил много времени в спортзале и пытался быть ответственным. «Не тратить все время деньги и не покупать безумные машины, как раньше», – писала та же Ривера. По словам друга и соседа по комнате Джастина Нила, Кори быстро начал уставать от славы и постоянных папарацци. К концу второго сезона у него не было своего личного времени, а он был, вероятно, одним из самых закрытых людей, которых я знал. И теперь вдруг все захотели знать о нем все. На этих фото Монтейт с коллегой Кордоном Оверстритом отдыхают между дублями в Нью-Йорке. В этот же самый момент несколько офицеров полиции патрулируют металлические барьеры и укрощают почти дюжину папарацци. Когда они жили вместе в Калвер-Сити, Калифорния, по словам Нила, у Монтейта было несколько преследовательниц, включая одну, которой удалось раздобыть его адрес. Потрясенный актер установил камеру слежения. В конце концов, Кори был вынужден съехать из того дома. Временами Монтейту казалось, что он не знает, что делать со всей этой известностью.
Когда шоу отправилось в Нью-Йорк для съемок финала второго сезона, актер неловко, но вежливо раздавал автографы и позировал для фотографий с толпами поклонников, которые материализовались, куда бы он ни шел, включая Центральный парк и Линкольн-центр. Но с виду все было хорошо. Монтейт закладывал основу своей карьеры после роли Финна. В конце тура хора он сел на самолет в Будапешт на съемки романтическо-комедийного фильма под названием «Монте-Карло». Он отснял свои сцены за 5 недель. Кори Монтейта стал проводить свободное время, наблюдая за миром. По выходным он бросал в сумку чистое нижнее белье и зубную щетку, наугад выбирал место в Европе на табло вылета в аэропорту и улетал. Пока актер был в поездках, некоторые эпизоды снимались без него или с дублерами, сидящими спиной к камере. 13 июля 2013 года сотрудники отеля Fairmont Pacific Rim в Ванкувере, Канада, обнаружили тело 31-летнего актера в его гостиничном номере в субботу, после того, как он пропустил время расчета. Согласно отчету коронера, примерно в полночь Кори Алан Майкл Монтейт был найден без признаков жизни в своем номере в отеле на 21 этаже. Сообщили в службу скорой медицинской помощи, которая приехала на место. Было очевидно, что Монтейт мертв, и реанимационные мероприятия не проводились. Полиция Ванкувера сообщила о смерти актера в офис коронера и началось расследование. Кори Монтейт лежал на полу номера отеля. На теле не было обнаружено травм или ранений, никаких признаков преступления. Кори был мертв в течение нескольких часов. При осмотре места обнаружились приспособления для потребления наркотиков, в том числе ложка с остатками наркотического вещества и использованная игла для подкожных инъекций. Также там были 2 пустые бутылки из-под шампанского и многочисленные стаканы на стоящем неподалеку столике. Актер зарегистрировался в отеле 6 июля. О его пребывании никакой примечательной информации обнаружено не было. Последний раз камеры видеонаблюдения отеля засняли Кори, идущим к своему номеру 0216 накануне вечером. Он был один, и больше его никто не видел. Токсикологический анализ показал, что в крови Монтейта присутствовал этиловый спирт в размере 0,13, что соответствует умеренной степени опьянения. Токсикологическая экспертиза также показала наличие морфина, кодеина и метаболит героина. Алкоголь и героин являются депрессантами и угнетают центральную нервную и дыхательную систему. В сочетании эти вещества могут вызвать седативный эффект и смерть. Героин – классический опиоидный наркотик, и у человека со временем возникает толерантность или попросту привыкание к концентрации веществ такого типа. После прекращения приема наркотика доза, которой ранее организм был толерантен, может стать смертельной. Причиной смерти Кори Монтейта в отчете коронера указано сочетание героиновой и алкогольной интоксикации. Его смерть была признана несчастным случаем. По словам Джастина Нила, актер в какой-то момент признался, что он раньше думал, что употребление наркотиков и алкоголя приведет его к скорой смерти. Кори сказал другу: «Я думал, что умру молодым, около 18 или что-то в этом роде». По всеобщему мнению, его девушка и коллега по фильму «Леа», которая мотивировала Монтейта обратиться в реабилитационный центр в апреле 2013 года, не знала, что он снова употребляет героин, ведь актриса взяла на себя планирование его поминальной службы и других аспектов, связанных с его смертью. Она, а не его мать. Леа старалась максимально защитить своего парня, в частности, когда речь заходила о его проблемах с наркотиками. И когда им досаждали пираньи и журналисты, Леа всегда приходила на помощь. Наверняка девушка помогала Кори завязать со злоупотреблением психоактивными веществами, а во время визита в Канаду он вышел из-под контроля любимой. Но потом появились сенсационные снимки, на которых актер Кори Монтейт со следами от инъекции на руке почти за год до того, как он умер от смертельной комбинации героина и алкоголя. На фотографиях, сделанных 9 июля 2012 в Лос-Анджелесе, актер запечатлен на свидании за ланчем с Леа Мишель. Кори снова видели чем-то похожим на след от жгута на руке, когда он был в Нью-Йорке месяц спустя. Неужели девушка, которая была с ним, не знала, что он употреблял? Самой Леа после смерти Кори пришлось переехать к своей матери, потому что журналисты и поклонники следили за каждым ее шагом. Как, впрочем, и всегда, стоило ей улыбнуться, писали, что она не слишком-то искорбит по своему бойфренду. Кори Монтейт и Найя Ривера были близкими друзьями. В своей книге «Извини, мне не жаль» она так описала ситуацию. «Со стороны жизнь Кори выглядела идеальной, но я думаю, что его старые демоны все еще были с ним, создавая такой же ментальный и эмоциональный ад, как и всегда. Я полагаю, что это распространенное заблуждение относительно славы или любого другого признака успеха в жизни, будто получение работы, вашей мечты, женитьба или рождение ребенка.
Люди думают, что когда вы достигаете этих целей и ставите галочки в определенных полях, то внезапно жизнь меняется. Идеально и больше никаких проблем. Это не так. Вы по-прежнему будете просыпаться каждое утро, и ваши проблемы по-прежнему будут с вами, если вы не придумаете способ заставить их исчезнуть. И чаще всего на их месте появляются новые. В интервью изданию Good Morning America мать Кори Энн Макгрегор и отец Джоман Тейт перебрасывались взаимными обвинениями. Энн объяснила, что видит причину ранней наркотической зависимости сына в отсутствии отношений с отцом. Джоман Тейт сказал, что из-за работы в канадских вооруженных силах его месяцами не было дома, но он пытался поддерживать отношения с Кори. А вот бывшая жена препятствовала общению и не передавала рождественские подарки, которые он отправлял своему сыну. Сложно занять чью-либо сторону. Сам Кори на родителей зла не держал. В какой-то момент ты понимаешь, что твои родители – люди. Они принимают наилучшие решения, на которые они способны, используя доступные им варианты, – говорил он. Наверное, поэтому после 11 лет разлуки, примерно за 2 года до смерти, Кори связался со своим отцом и возобновил с ним общение. Он не был готов к миру Голливуда. Наркотики были его способом проверить себя, сказала его мать. На момент смерти Кори Монтейта его состояние насчитывало 810 тысяч долларов. Итак, что же вы думаете? Остановились ли съемки сериала после смерти одного из ведущих актеров? Нет, нет. И нет. Шоу должно продолжаться, решила студия Fox. А возобновить съемки предложила Леа Мишель. Она приняла такое решение всего через несколько недель после смерти Кори Монтейта. Сама актриса подтвердила журналистам, что считает важным вернуться к работе. Она чувствовала, что лучшее для актеров и съемочной группы – это каждый день быть вместе и делиться воспоминаниями о Кори. Поэтому некоторые актеры согласились сниматься дальше с благословения Леа. И хотя это решение разделяли не все, несогласные были вынуждены вернуться к работе, все еще находясь в муках горя. Самым логичным в этой ситуации было бы просто закрыть шоу. Но они никак не могли этого сделать. Шоу было гигантским молохом, жестокой и неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв, а взамен приносящей деньги. Актерам просто нужно было взять себя в руки и вернуться к работе. Годы спустя сам Мёрфи признался, что, оглядываясь назад, он чувствует, что ему следовало прекратить съемки хора после смерти Монтейта. Вместо этого была срочно записана серия «Квотербэк», так называемый «памятный эпизод». Всего через месяц после кончины Монтейта начались съемки. Актеры были загнаны в угол и уже не могли понять, что правильно, а что нет. И в принципе, после смерти Монтейта создателям показалось совершенно естественным убить и его персонажа Финна Хадсона. Сложно представить, насколько тяжело дались съемки и без того измученным и травмированным трагедией актерам. На съемочной площадке в течение 2 недель присутствовали психотерапевты, чтобы оказывать консультации скорбящим. Съемки эпизода «Квотербэк» были одной из самых сложных эмоциональных вещей, которые я когда-либо делала, говорила Ривера. Я понимаю, что эпизод был создан из лучших побуждений. Предполагалось, что это будет наш способ отдать дань уважения Кори и оплакать его на экране. Но у большинства из нас еще не было возможности пройти через этот процесс за кадром. Просто все произошло так быстро. После одного дубля некоторые из нас рыдали и пытались взять себя в руки. Поэтому сцены эпизода снимали фактически с одного дубля, пока актеры не дошли до истерики. Если бы Кори Монтейт и его персонаж не умерли, сериал ожидал совсем другой финал. В конце 6 сезона Рэйчел становится большой бродвейской звездой, роль для которой она была рождена. Финн становится учителем и счастливо живет в Огайо, смирившись со своим выбором и больше не чувствует себя неудачником. Последняя сцена должна была быть такой. Рэйчел, Леа Мишель, возвращается в Огайо и заходит в клуб, в котором ребята все так же занимаются музыкой. Руководит им Финн Кори Монтейт. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает он. «Я дома», – ответила бы она. Конец. Но кто же был этот человек, этот монстр, который сделал графики, процесс съемок невыносимыми не только для актерского состава, но и для всей команды? До того, как имя Райана Мёрфи стало нарицательным, он был обычным парнем со Среднего Запада, пытающимся пробиться в индустрию развлечений. За свою более чем 20-летнюю карьеру Мёрфи участвовал в нескольких отмеченных наградами телевизионных шоу и фильмах, где он был сценаристом, режиссером, создателем или продюсировал проекты. Мёрфи начинал свою карьеру как журналист Washington Post, а затем работал над созданием нескольких телепрограмм.
В 2003-м детище Мёрфи под названием «Части тела» имело огромный успех, и в следующем году он получил свою первую номинацию на премию Эмми за выдающуюся режиссуру драматического сериала. Мёрфи получил награду «Вдохновение» от фонда исследований СПИДа за его вклад в телевидение и кино. Их миссия состоит в том, чтобы положить конец глобальной эпидемии СПИДа с помощью инновационных исследований, которые тесно согласуются с идеями, которые Мёрфи пытается донести в своих проектах. Мёрфи – увлеченный член гей-сообщества. Мёрфи замужем за фотографом Миллером, с которым они вместе воспитывают троих сынишек. Я хотел бы, чтобы было какое-то формальное обучение тому, как быть шоуменом, и чтобы нам не давали ключи от королевства, пока мы не научимся не только управлять своим временем, не только управлять другими людьми, но и управлять своим собственным психическим здоровьем, — говорил Мёрфи. Сейчас он сожалеет и думает, что ему не следовало соглашаться на определенные вещи. Мы начинали все дружно и с любовью, а потом, когда это продолжалось и становилось все масштабнее, я вроде как почувствовал, что меня настолько захватил деловой аспект этого дела, что я стал почти как приходящий отец, который появляется в конце дня и укладывает детей. Я был то на совещаниях, то рассматривал товары хора, чтобы выбрать правильный оттенок синего, то планировал тур или разбирался с рейтингами. Тогда не было разговоров о психическом здоровье, признавался Мёрфи, рассказывая об изнурительном графике, которому подвергался актерский состав. Увы, в Голливуде было бесчисленное множество случаев самоубийств, вспомнить тех же Мэрилин Монро или Робина Уильямса. Образ жизни голливудских знаменитостей располагает к этому исходу. Учитывая постоянные вечеринки и выпивку, неудивительно, что многие знаменитости злоупотребляют наркотиками и алкоголем. Это может привести к дальнейшим проблемам с психическим здоровьем и увеличить риск самоубийства. Прибавить к этому вопросы карьеры, славы и пристального внимания, в том числе нежелательного. Создается ощущение, что Голливуд не оставил Кори Монтейту ни единого шанса. 15 сентября 2013-го умер помощник режиссера Джим Фуллер. Он работал в хоре долгое время и был частью съемочной группы. В отличие от других трагических смертей среди команды сериала, Фуллер, по-видимому, скончался от естественных причин. Он умер в возрасте 41 года во сне, предположительно, от сердечной недостаточности. Но, как вы уже догадались, работать над созданием хора в темпе, который задали его создатели, человеку, имеющему проблемы с сердцем, было небезопасно. Женщина утирала слезы, которые то и дело набегали и застилали ей взгляд, мешая писать. Пока она водила рукой по бумаге, в ее колено с силой то и дело упирался нос немецкой овчарки, заставляя в такт прокачиваться светлые волосы женщины. «Уйди, Люси! Уходи, девочка, не мешай!» – всхлипнула Нэнси. Она писала предсмертную записку, а точнее целых три. Одну она адресовала Джону Далбеку, своему жениху, другую – своей семье, а третью – всем остальным. В части записки, адресованной Джону, Нэнси восхваляет его как свою единственную настоящую любовь и говорит, что она недостойна его привязанности. Нэнси просит у него прощения и говорит, что она просто наркоманка, и ему будет лучше без нее. Нэнси говорит: «Я знаю, что это сильно повлияет на вас, и извинений недостаточно. Я была поистине благословлена и счастлива, что ты стал моей настоящей любовью и лучшим другом. Ты будешь в моем сердце вечно». Ее последние слова: «И мне так жаль». Помимо признания в любви и извинений, Нэнси отдает Джону свое имущество, включая их собаку Люси. А дальше все становится интереснее. «Моя мать и так называемые братья и сестры не получат ничего, кроме воспоминаний о том, что именно они ввергли меня в самую глубокую депрессию, в которой я когда-либо пребывала», — пишет она семье. Свои драгоценности и вещи Нэнси завещала друзьям. Пересмертная записка отражает неприязнь Нэнси Моутс к своей сестре, всем известной голливудской актрисе Джулии Робертс. У Нэнси и Джулии были разные отцы, и отношения между сводными сестрами были непростыми. Юная Джулия покинула дом в Смирне, штат Джорджия, чтобы добиться успеха в Голливуде. По ее собственным словам: «Я была своим собственным приоритетом. Эгоистичная маленькая девчонка, которая суетится и снимается в кино. А Нэнси осталась заботиться об их матери Бетси». На этой фотографии в аэропорт Нэнси провожает сестру Джулию, направляющуюся покорять Голливуд. Нэнси дрессировала собак, и ее первая воспитанница по кличке Зельда стала четвероногой актрисой, снявшись в нескольких фильмах на местной студии в Атланте. Моут стала встречаться с Джоном Дилбеком. Их отношения развивались и крепли, и Нэнси приняла решение переехать в Лос-Анджелес.
У ее матери Бетти не было родственников в Джорджии, так что они решили жить одной дружной семьей. В январе 2010 года Джон привез их обеих в Лос-Анджелес. Перед тем, как устроиться, они совершили недельную экскурсию по окрестностям, осмотрели Новый Орлеан и Гранд-Каньон. И к тому времени, как троица добралась до Лос-Анджелеса, Джулия уже купила для матери дом в Pacific Palisades и забрала ее туда. В доме не было места для Нэнси, уж тем более для ее молодого человека. Нэнси начала искать работу в киноиндустрии и устроилась ассистентом продюсера в популярное телешоу «Хор». По словам парня Нэнси, Джулия не хотела, чтобы ее сводная сестра появлялась перед камерой или имела какое-либо отношение к фильмам. Она чувствовала, что Нэнси портит ее имидж как звезды. У нее был избыточный вес, ее фамилия была не Робертс. Джулия всегда устраивала Нэнси ад, потому что Нэнси была любимым ребенком Бетти. Она заботилась о ней, и никакая слава или деньги не могли этого изменить, утверждает Джон. В течение следующих двух лет Джулия препятствовала общению Нэнси с матерью. К последнему Дню Благодарения и Рождеству Нэнси уже проиграла битву со своей знаменитой сестрой. У Джулии к тому времени была доверенность на управление делами Бетти, у которой диагностировали рак. Сообщения, отправленные Джулией Робертс Нэнси, когда их мать в больнице боролась с раком, подчеркивают, насколько плохими стали их отношения. Когда сестры планировали визиты к матери в больницу, Робертс написала Нэнси: «Пожалуйста, чтобы к 3:30 тебя там не было. Или не приезжай, она спит. С ней может находиться только один человек». И так далее. По мнению Джона, никто не был так близок к Бетти, как Нэнси. Именно это бесконечно раздражало Джулию. Нэнси было запрещено появляться на пороге дома сестры или матери. В 2013-м Джулия привезла Бетти на Рождество на свое ранчо в Нью-Мексико, а Нэнси снова запретили присутствовать. Это повергло ее в безутешную депрессию. Джулия присылала сообщение сестре типа: «Я надеюсь, ты наслаждаешься Рождеством в своем пыльном гнездышке». И все в таком духе. Джон и его семья старались сделать то Рождество как можно более веселым, но все видели, что Нэнси с трудом выносила насмешки и испытывала душевную боль. Отношения Нэнси с матерью и Джулией долгое время были непростыми, но они и вовсе прекратили общаться после того, как Нэнси продала газете статью о том, как ее знаменитая сестра дразнила ее по поводу лишнего веса. И это сподвигло Нэнси сделать операцию по шунтированию желудка и сбросить килограммы. Нет сомнений, что отношения между сестрами были сложными, мягко говоря, но, возможно, это была вина не одной Джулии. Помимо Джулии Робертс, другими братьями и сестрами Моус являются актер Эрик Робертс и актриса Лиза Робертс-Гиллан. Похоже, Нэнси единственная, кто так и не смог пробиться в мир кино. Возможно, причиной ее депрессии были не нападки унижения со стороны актрисы из «Красотки», а элементарная женская зависть. Свою ненависть она изливала именно на Джулию. Вот несколько ее твитов. Она написала: «Просто чтобы все знали, любимица Америки – а в другом – хочешь быть поклонником кого-то настолько жестокого? Она даже не настолько хорошая актриса. Счастлива, что ты полностью кинула меня». Третий гневный твит гласил: «Моя собственная семья бросила меня». Нэнси умерла от передозировки наркотиков 9 февраля 2014 года в возрасте 37 лет. Ее смерть была признана самоубийством. По словам коронера округа Лос-Анджелес, Моут приняла множество препаратов, рецептурных и не только, и забралась в ванну в доме, за которым присматривала, и утонула. Тело Нэнси обнаружил ее жених Джон. Джулия Робертс и ее мать Бетти присутствовали на похоронах Нэнси в Смирне, штат Джорджия. Журналисты сообщили, что Робертс была очень вежлива и добра во время церемонии, на которой присутствовали семья и друзья. Однако присутствующие были ошеломлены ее странной надгробной речью. Робертс сказала: «Нэнси ушла и не вернется». Что ж, логично, не добавить, не отнять. Джон Дилбик до сих пор не может простить того, что, по его словам, Джулия Робертс сделала со своей сводной сестрой. Незадолго до смерти возлюбленной Джон публично обвинил голливудскую актрису в запугивании и издевательствах над Нэнси, а после ее гибели заявил, что родные никогда не признавали ее существование, даже тогда, когда она была жива. А теперь уж с глаз долой и сердца вон. После смерти невесты Джон остался жить в их старой квартире в Санта-Монике и с головой ушел в работу ведущего голливудского менеджера по размещению телепрограмм и фильмов. Единственное, что у меня осталось от Нэнси, это наша собака. Но и та скончалась, когда ей было 17 лет. Это было все равно, что потерять ребенка. Это была последняя собака, которую она дрессировала. Это было большое горе. Актриса Бекка Тобин начала играть Китти Уайлд в четвертом сезоне сериала «Хор».
В то время Тобин встречалась с Мэттом Бендиком, предпринимателем. Однако 10 июля 2014 он скончался при загадочных обстоятельствах. Бендик руководил несколькими крупными клубами по всей стране, в том числе в Лос-Анджелесе, однако сам тусовщиком не был. Клубы Бендика пользовались успехом у голливудских звезд и диджеев. Тобин строила большие планы на обеспеченного, привлекательного, амбициозного мужчину. 35-летний предприниматель был в Филадельфии в деловой поездке. В последний раз менеджер отеля видел его незадолго до полуночи в среду. Горничная обнаружила тело Бендика в четверг около часа дня. Он лежал в кровати лицом вниз. В номере не было не обнаружено никаких наркотиков или принадлежности для их употребления. Не было ни лекарств, ни алкоголя. Было проведено вскрытие, но причину смерти установить не удалось. Полиция Филадельфии сообщила прессе, что улик, подтверждающих, что предприниматель стал жертвой преступления, не обнаружено. Не было никаких доказательств самоубийства или оружия. Полиция назвала произошедшее внезапной смертью. Семья пришла к выводу, что предприниматель-трудоголик скончался от стресса. Жуткая схожесть. Бендик умер в одиночестве в номере отеля за 3 дня до годовщины смерти Кори Монтейта. Марк Уотсон в течение 5 сезонов был дублером актера Мэтью Моррисона, который играл мистера Шу. Он погиб в автомобильной катастрофе. Его машина сгорелась, и у него не было шансов выбраться. Полицейские сквозь колючий кустарник, почти лишенный листьев, пробирались к пересохшему руслу реки. «Черт!» – вырвался один из офицеров, оцарапав руку. «Ну и далеко забрался этот парень!» Через пару минут он и его коллеги обнаружили висящее на дереве тело. Хулиганистый Марк, которому в сериале досталась роль красавчика-футболиста Ноа Пака Пакермана, родился и вырос в Далласе, как ни странно, в очень строгой верующей семье. Из-за боязни, что общественная школа может испортить их мальчика, родители обучали Марка дома. Сайлинг начал писать песни в 6 лет, был поразительно музыкально одарен и был проблемным ребенком. Мать, почувствовав, что не справляется с его обучением, отдала сына в христианскую школу. Марк сменил несколько подобных учебных заведений. В годы учебы окружающие его поняли, что Марка ждет слава. Первым фильмом Сайлинга стал ужастик «Дети кукурузы 4. Сбор урожая» с Номи Уотс. Но поведение Марка менялось в худшую сторону. Он понял, что хочет стать актером, и внушил себе, что его ждет успех. Он стал прогуливать занятия. Зачем какие-то уроки, будучи звездой Голливуда? Родители запретили сыну ходить на кастинги и отдали его в военную академию Калверта. С этим учебным заведением также был связан скандал, в котором его сотрудник был обвинен в хранении детской порнографии и растлении малолетних. Нет доказательств, что Сайлинг и этот человек когда-либо встречались, однако многие отмечали, что после академии Марк изменился, стал очень осторожным и замкнутым, мрачным и угрюмым. Существует предположение, что там он стал жертвой насилия. Но Марк никогда ни с кем не обсуждал время, проведенное в академии. В 19 лет Сайлинг поступил в Лос-Анджелесскую академию музыки, где продолжил играть на гитаре и пианино. А потом и сам начал учить играть других. Так и зарабатывал. К учебе в академии Марк относился так же, как к учебе в школе. Он считал, что занятия нужны другим неудачникам. Он будет голливудской звездой, и вся эта учеба ему не пригодится. Поэтому все свободное время посвящал кастингам и прослушиваниям. После военной академии он сыграл несколько незначительных ролей, но информация в резюме о том, что 10 лет назад еще ребенком он снимался в фильме ужасов, никого не впечатляла. Марк пытался пробиться в музыкальной индустрии, сам записывал альбомы, сам их издавал и продвигал на интернет-платформах. Даже просил ставить записи в кафе и закусочных, надеясь, что один из продюсеров услышит их и будет впечатлен. Но казалось, чем больше Марк старался, тем меньше его творчество было хоть кому-то интересно. Прическа, которая сделала его неофициально известным как парень с ирокезом, впервые появилась примерно за 4 месяца до его прослушивания в хор, когда ему сделали операцию на колени. Волей-неволей ему пришлось оставаться с ней до конца съемок. То, что на малоизвестных актеров с выходом в эфир хора свалится такой колоссальный успех, не ожидал даже амбициозный Марк. На момент выхода пилотного эпизода многие актеры работали на самых обычных работах и подрабатывали, но быстро поняли, что это невозможно. Не только из-за недостатка времени, но из-за толп фанатов, следующих за ними повсюду, а также пристального внимания прессы. Марку нравилось внимание. 3 года Сайлинг встречался с коллегой по сериалу «Хор» Найей Риверой, и несмотря на серьезность отношений, говорил прессе, что одинок.
Так ему посоветовал менеджер, потому что Салинг быстро стал секс-символом хора, и большинство его поклонниц были молодые девушки, которым хотелось верить, что его сердце свободно. Но по мнению Наи, Марка устраивало такое положение вещей, потому что такие отношения давали ему возможность заводить интрижки на стороне, в том числе с теми же юными поклонницами. Марк бросил Риверу в 2010-м. Актер засветился на обложке журнала People с надписью «Самый сексуальный мужчина на свете». Салинг сам себя называл безнадежным романтиком. «В старших классах у меня была девушка», — рассказывал он прессе. «Рядом с тем местом, где я жил, было поле. Я взял маленькие камешки размером с блюдце и положил их в виде сердечка под деревом, ничего ей не сказав. Я просто привел ее туда. Мне нравятся девушки, которые не играют ни в какие игры», — сказал однажды актер в интервью. «Мне нравятся милые девушки». Марк тогда забыл добавить «маленькие милые девушки» или даже «девочки». Жестокая ирония судьбы в том, что Марк Салинг прославился в шоу любимым детьми по всей Америке и в мире, а все это время он скрывал мрачную тайну, которая в конечном итоге унесла его жизнь – мучительную одержимость детской порнографией. В конце 2015 года бывшая девушка Марка сообщила полиции Лос-Анджелеса, что дома у актера есть целая коллекция фото и видео запрещенного содержания. Она рассказала, что Марк предлагал ей посмотреть подобные видео вместе. Она отказалась и очень забеспокоилась. Салинг сказал ей после того, что просто пошутил. Но девушка была уверена, что он опасен для детей. Чтобы убедиться, что заявление не просто месть бывшей, федеральные следователи прибыли к актеру домой. Им пришлось выбить входную дверь, так как, несмотря на ордер, хозяин дома отказался впускать представителей власти. Он прекрасно понимал, зачем они пришли и что они найдут. Полицейские провели обыски и обнаружили на компьютерах и флеш-накопителях более 25 тысяч изображений и 600 видеороликов, содержащих детскую порнографию. Согласно судебным документам, в материалах были изображены дети в возрасте в среднем от 3 до 5 лет, подвергающиеся сексуальному насилию. Салинг подходил к хранению своих архивов очень тщательно. Все было распределено по категориям согласно имени или возрасту. В начале списка был материал с 2-летним ребенком. Один из файлов был назван руководством и являл собой инструкцию по совращению и растлению девочек от 3 до 6 лет. Один из полицейских, который был вынужден ознакомиться с видео и фото, на которых так жестоко обращались с детьми, позже сказал, что это было худшее, что ему довелось видеть в жизни. Несмотря на то, что он работал в сфере раскрытия преступлений против детей больше 10 лет, актер должен был зарегистрироваться в качестве сексуального преступника и пройти программу лечения, не иметь устных или электронных контактов ни с кем младше 18 лет, держаться на расстоянии минимум 30 метров от школ, парков, общественных бассейнов, молодежных центров и игровых площадок. Он был вынужден носить электронный браслет с GPS-трекером, чтобы полиция всегда была в курсе, где он находится. «Для меня он всегда был просто очень темной душой», — отреагировала Ривера. «Я всегда чувствовала, что есть что-то, с чем он борется». Ранее, в январе 2013-го, на Салинга подала в суд его бывшая девушка Роксана Гарзелла за насилие. Неясно, применял ли Марк силу против девушки, или это она была одержимым агрессором. Мнения разделились, а пара урегулировала дело за 2,7 миллиона долларов. Через несколько дней после того, как актеру было предъявлено обвинение в хранении детского порно, он был уволен из мини-сериала «Боги и тайны». Режиссер сделал ход конем, решил переснять все сцены за счет студии и выручку от сериала пожертвовать в фонд помощи детям, пострадавшим от насилия. Но карьера актера стала идти на спад еще до скандала с детским порно. Марк в восприятии фанатов и работодателей настолько сроднился со своим персонажем, что стал своего рода актером одной роли. В нем видели только Пака, и предложения работы перестали поступать. Ему досталась только роль в телешоу «Rocky Road». Сам Салинг признавал, что его персонаж рядом с ним и близко не стоял. «Я не настолько плохой, как Пак. Я хуже». Актер не ограничивался просмотром подобного видео. Его явно привлекали девушки помладше и не скрывал от новых пассий, что их связь не продлится долго. Ведь за порогом его ждет целая очередь из поклонниц. 2 года длились судебные заседания, и Марк пытался создать впечатление нормальной жизни. Его менеджер посоветовал ему себя так вести, будто ничего не произошло. Актер не признал себя виновным. Но после того, как на него надели трекер, совершил попытку самоубийства, порезав запястье. Затем он начал звать своего соседа по комнате, и когда тот прибежал и увидел, что сделал Марк, позвонил в 911. Актера доставили в больницу.
Из-за попытки суицида Саллинга подвергли психиатрическому освидетельствованию, и после пары дней, проведенных в больнице, было принято решение отправить его в реабилитационный центр, который специализировался на психологических проблемах. В конце 2017-го Саллинга признали виновным в хранении детского порно. Окончательное слушание было назначено на 7 марта 2018-го. После него актер был должен отправиться в тюрьму на срок от 4 до 7 лет с 20 последующими годами надзора, а также выплатить $50 000 в качестве компенсации каждой жертве, имя которой было в его папках с детским порно. Но актер не дожил до вынесения приговора. Марк всегда был непреклонен в своем желании ни дня не провести в тюрьме, о чем и говорил своим адвокатам. Спустя примерно 5 месяцев с попытки суицида и пребывания в рехабе, 35-летний Марк Саллинг снял с ноги браслет с трекером, чтобы полиции поступил сигнал, ушел в парк, где по закону не имел права находиться, и покончил с собой. 30 января 2018-го около 9 утра его тело было обнаружено в квартале Туджунгасин Роуд возле клуба верховой езды Стартфуд, расположенного неподалеку от его дома в Санленде. Его тело висело на дереве у пересохшего русла реки. Автомобиль актера также был припаркован в этом районе. В отчете коронера значилось удушение в результате повешения. В крови был найден алкоголь. На момент смерти состояние Саллинга оценивалось в $500 000. 2 года спустя его коллега по хору и бывшая девушка Найя Ривера также будет мертва. 1, 2, 3. На 3-4-летней Джози и его мама, актриса Найя Ривера, прыгнули с понтонной лодки в воду. Вдруг Найя сказала ребенку немедленно вернуться на борт. Она помогла ему взобраться, затем подняла руку в воздух и вскрикнула: «Помогите!». Мальчик оглянулся. Молодая женщина на глазах собственного ребенка скрылась под водой. Больше живой ее никто не видел. Актриса Найя Ривера играла Сантану Лопес на протяжении всего сериала. По сюжету ее героиня переживает большой личностный рост, став лесбиянкой и, в конце концов, выйдя замуж за свою давнюю любовь. В жизни Найя Ривера и актер Райан Дорси впервые встретились, когда Дорси переехал в Лос-Анджелес в 2010 году. Они недолго встречались, пока Ривера снималась в хоре. Но она разорвала отношения, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере. После отношений с Марком Саллингом она закрутила бурный роман с рэпером Биг Шоном. Ривера и Дорси воссоединились вскоре после ее расставания с музыкантом, и 3 коротких месяца спустя они внезапно поженились в Мексике в присутствии небольшой группы членов семьи. Чуть больше года спустя актриса объявила, что они с Райаном ждут ребенка. Она родила сына Джози в сентябре 2015-го. В ноябре 2016 года, 2 года спустя после того, как они поженились, Найя подала на развод. Еще через год актриса подала прошение отклонить документ о разводе. Взлет и падение пары продолжались до момента, когда в 2017-м Ривера была арестована и обвинена в домашнем насилии. Дорси утверждал, что она ударила его по голове и по лицу во время ссоры. Позже она была освобождена под залог, и в январе 2018 года обвинения были сняты. Ривера повторно подала на развод с Дорси, и они договорились разделить опеку над общим ребенком. Они окончательно развелись в июне 2018 года. Центром жизни Найи был ее сын Джози Холлис. «В первую очередь, все, что я делаю, делается ради Джози. Он в самом лучшем возрасте. Он так много говорит, и он такой классный, добрый и милый», — рассказывала о своем малыше Ривера. «Джози вдохновляет меня во многих отношениях». Несмотря на неудавшийся брак, Ривера продолжила успешную карьеру не только как актриса и танцовщица, но еще как дизайнер одежды. Найя основала гендерно-нейтральный детский лайфстайл-бренд. Звездная мама даже создавала для своего сына специальные плащи, чтобы он чувствовал себя супергероем. Найя стала страдать от внезапных приступов головокружения, которые усиливались, когда она находилась в воде. Головокружение было таким сильным, что вызывало рвоту. Ривера прошла курс лечения в больнице и научилась контролировать симптомы с помощью антигистаминных препаратов. Вернемся на озеро Пиру в жаркий июльский день, когда Найя решила поплавать вместе со своим сыном. Когда подошел срок возврата лодки после 3-часовой аренды, персонал забеспокоился. В 16:30 сотрудник пункта проката отправился на озеро и обнаружил, что лодка дрейфует на северной стороне озера. Малыш Джози, одетый в спасательный жилет и завернутый в полотенце, спал на борту. Из-за длинных волос его поначалу приняли за девочку. Спасательный жилет для взрослых, который был предоставлен Ривере с арендованной лодкой, все еще был там. Самой женщины нигде не было.
Ривера отлично плавала. Мужчина, который сдал ей в аренду понтонную лодку, позже сказал, что она отказалась от спасательного жилета, но он все равно положил его на борт. 911. Озеро Пиро. Чрезвычайная ситуация. У нас тут пропал человек. Мы нашли маленькую девочку в одиночестве на одной из лодок, и ее мамы нигде не видно. Хорошо, озеро Пиро. И она белая, черная, азиатка или латиноамериканка? Понятия не имею. Я направляюсь к мужу, чтобы узнать о него. Он был одним из первых, кто там был. Я постараюсь узнать больше информации. Он просто сказал мне позвонить. Хорошо. Мальчик или девочка? Кажется, маленькая девочка. Хорошо. Какого возраста? Я понятия не имею. Я иду туда сейчас. Может, я перезвоню вам, когда буду на месте? Я внесу ту немного информацию, которая у меня уже есть. И да, когда доберетесь, можете перезвонить. Как ваше имя? Хорошо, я записал. Как только получите больше информации, перезвоните нам. Хорошо, спасибо. Когда определили предположительную личность пропавшей, появилась информация, что актриса отправила членам семьи фотографию, на которой был Джози на лодке у бухты. Отметка времени показывала, что снимок был сделан в период от 90 минут до 2 часов до того, как был найден ребенок. Снимок бухты и места, где была обнаружена арендованная лодка, дали властям информацию, с чего начать. Дайверов отправили в эти два места, где они тщательно все обыскали, но безуспешно. В 10 вечера поисково-спасательные работы, в которых были задействованы около 50 человек, временно приостановили из-за опасных условий, включая ветер и плохую видимость. Ночью помощники шерифа округа Вентура и поисковики из других ведомств оставались на месте происшествия, планируя возобновить операцию с первыми лучами солнца. В четверг количество людей, участвующих в поисках на лодках, квадроциклах и в воде, увеличилось до 80. Полиция начала предполагать, что Ривера погибла в результате возможного несчастного случая, и стали искать останки. Поисковики департамента шерифа округа Тулар начали обследовать дно озера с помощью гидролокаторов. В местах, где находили формы и очертания, хоть мало-мальски напоминающие тело, водолазы погружались на дно. Дайверы буквально ползали на четвереньках по дну озера, привязанные к лодкам и катерам веревками, чтобы иметь возможность выбраться обратно. Настолько плохая видимость была в воде. Но несмотря на усиленные массовые поиски, найти молодую мать не удавалось. Озеро не хотело отдавать тело. Водолазы, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и собаки-ищейки напрасно вели поиски Риверы со второй половины дня среды. Останки 33-летней Наи найдут лишь спустя 5 дней 13 июля. Тот же самый день, когда 7 лет назад нашли мертвым ее друга и коллегу по съемочной площадке Кори Монтейта. Зловещее совпадение. Офис шерифа округа Вентура сообщил, что тело, вероятно, несколько дней находилось в ловушке в густой растительности под водой, прежде чем всплыть на поверхность. Глубина озера в том месте составляла около 9 метров. Основываясь на местоположении, где было найдено тело, физических характеристиках тела, одежде, найденной на теле и физическом состоянии тела, а также на отсутствии каких-либо других лиц, объявленных пропавшими без вести в этом районе, мы уверены, что найденное нами тело принадлежит Наи Ривере, заявил шериф округа Вентура на дневной пресс-конференции. Команда злосчастного хора, друзья и семья собирались на озере Пиру в понедельник, чтобы почтить память Наи Риверы. На видео с камер наблюдения видно, как Ривера и ее сын припарковались и вошли в лодочный причал в зоне отдыха на озере в 89 километрах к северо-западу от центра Лос-Анджелеса в среду днем. Ная уже не раз отдыхала с сыном таким образом. Это последние прижизненные кадры, на которых запечатлена Ривера. В тот же день Ная опубликовала пост фотографии, на которой сын нежно обнимает ее рукой и подписала ее «Только мы вдвоем». Смешанные чувства вызывает еще один пост Наи. Неважно какой год, какие обстоятельства или какая вражда, каждый день, что ты жива, благословение. Извлеки максимум из сегодняшнего дня и из всех, которые тебе даны. Завтрашний день не обещан. Конечно, люди и постят подобные вдохновляющие цитаты каждый день, но тяжело видеть такие мысли у человека, который вскоре умер. Расследование смерти Риверы выявило, что она испытывала беспокойство, и ей прописали Аддерал. В ее сумочке был найден мобильный телефон, шприцы с розовым жидким веществом, удостоверение личности и заполненный бланк рецепта на амфетамин. Три банки из-под алкоголя по 300 мл были найдены рядом с сумочкой. Одна из банок была пустой, одна была открыта на четверть пуста, а одна не была открытой. Кроме того, Ривера использовала вейп с марихуаной и выкуривала около пачки сигарет в неделю.
Судебно-медицинский эксперт округа Вентура также опубликовал токсикологический отчет, который показывает, что на момент смерти в организме актрисы было небольшое количество амфетамина, адерал, дексидрин, диазепама, этанола и фентермина, средства, подавляющего аппетит, а также кофеина. Согласно отчету токсикологов, концентрация алкоголя в ее крови составляла 16 тысячных. Несмотря на такой коктейль веществ в крови погибшей, полиция признала дозы лекарств терапевтическими, а ее физическое состояние или наркотики не были признаны факторами, приведшими к смерти. После исчезновения актрисы на озере Пиру, тысячи людей подписали петицию с призывом установить больше знаков, предупреждающих посетителей о многочисленных опасностях озера Пиру, таких как сильные течения и мусор на дне, поваленные деревья и густые водоросли. Полиция назвала смерть Найри Веры ужасным несчастным случаем. Несчастный случай по определению – непредвиденное событие, неожиданное истечение обстоятельств, повлекшее за собой трагедию. Но Ная сама создала эти обстоятельства. Очевидно, она не планировала умирать, но зная о своем головокружении, которое к тому же усиливалось в воде со смесью амфетамина и алкоголя в крови, в жаркий летний день, погрузившись в холодные глубокие воды озера Пиру без спасательного жилета, она поступила как минимум неразумно. Почему молодой женщине вообще пришло в голову вместо спокойного плескания где-нибудь на мелководье теплого калифорнийского пляжа говорить своему 4-летнему ребенку: «Ну-ка, сынок, прыгай в воду посреди огромного озера, глубина которого достигает 40 метров. В озере, где через многометровую мутную толщу воды не видно дна, где до этого неоднократно тонули люди, даже молодые и умеющие плавать». Она действительно воспитывала супергероя, не иначе. У Наи была тесная связь с отцом, Джорджем Риверой. Она часто звонила ему посоветоваться по разным поводам. В тот роковой день она также позвонила отцу, чтобы спросить, что он думает по поводу того, что она с сыном хочет поплавать, прыгнув с лодки. Джордж вспоминал: «Я разговаривал с ней по телефону, пытаясь объяснить, как поставить лодку на якорь. Женщина сказала, что, похоже, на лодке вообще нет якоря». И тут отца осенило. «Ная, ты что, на понтонной лодке? Это вообще не лодка. Не прыгай с этой чертовой посудины. Если у тебя есть якорь, нужно его закрепить. А ты вообще знаешь, как это делается? Пока ты будешь в воде, ее унесет». Они спорили еще некоторое время, а затем звонок прервался. И это был последний раз, когда отец разговаривал с Наей. Скорее всего, оказавшись в воде и увидев, что незакрепленная лодка начинает отдаляться, Ная запаниковала и, возможно, почувствовала себя плохо. Ривера собрала последние силы, чтобы помочь сыну взобраться на лодку, но их было недостаточно, чтобы спасти себя. «Когда мне позвонили в Ноксвилл, я сразу понял, что это конец», — сказал Джордж. Ная знала, что она чувствовала в по-настоящему хорошем шоу, но с большим количеством трагедий, — добавил он. «Не знаю, можно ли считать славу причиной всего, но я думаю, что это как-то связано с ней». Когда Ная умерла, актер Райан Дорси стал отцом-одиночкой, но ненадолго. Казалось бы, ну что такого? Райан разведен, свободен. Но женщина, которая вошла в его жизнь, была младшая сестра его бывшей жены, модель Никейла Ривера, на 9 лет младше Наи. Это вызвало возмущение общественности. Но наша история не об этом. Вернемся к зловещему проклятию. Подсчет того, сколько людей погибло после появления в том или ином качестве в хоре, был бы неполным без упоминания еще нескольких актеров. Робин Троки, актриса, сыгравшая в сериале «Джин Сильвестр» старшую сестру Сью. Как и у ее героини, у Троки был синдром Дауна. Помимо работы в сериале, она работала в пекарне, брала уроки карате, была успешной издаваемым писателем. Троки скончалась 14 декабря 2019 в возрасте 63 лет после осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Помимо тех, у кого были более значительные роли, смерти Джин Син, Оливии Ньютон-Джон, Тима Конвея и Джеймса Липтона были ненасильственными и более или менее естественными. Тиму Конвею было 85 лет. Он умер через год после того, как ему поставили диагноз слабоумие. В конечном счете причиной его смерти стало заболевание, вызывающее накопление спинномозговой жидкости в головном мозге. Причина смерти актера «Мясного рулета» Мартина Ли Эдея так и не была обнародована. У Майка Хагерти была неблагоприятная реакция на антибиотики, и он впал в кому, в конце концов скончавшись в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Являются ли эти трагедии некой закономерностью или проклятием, преследующим шоу? Быть может, сам Монтейт пожелал бы им ни дна, ни покрышки, обидевшись за то, что после его смерти шоу продолжили снимать, как ни в чем не бывало. Дело в том, что парадоксы — это
стимулятор для мозга. Обычно в жизни все как всегда. То черная полоса, то белая, то приятные неожиданности, то неожиданные неприятности, но ничего сверх того. И когда происходит нечто из ряда вон выходящее, наш мозг ищет закономерности и может обнаружить их там, где связи нет. Эйнштейн сказал, при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность. Одна женщина из Флориды сказала, «Гляньте, у меня Иисус на сэндвиче». Неудивительно, что люди легко обнаруживают лица на поверхности Марса, Луны или даже на бутерброде и в других самых неожиданных местах. Хотя это не совсем о нашем случае. Черный кот перебежал кому-то дорогу, некоторое время спустя у человека произошла проблема, и он связал эти события. Петух кукарекает перед восходом солнца, значит, солнце восходит из-за кукарекания петуха. Вывод «если после, значит вследствие» не всегда является верным. А как насчет вывода «деньги приносят счастье, значит все богатые люди счастливы»? Как видим из сегодняшней истории, не всегда. Поиск закономерностей среди парадоксов вдохновляет ученых всего мира вновь и вновь пытаться разгадать тайны расположения египетских пирамид, а юных детективов распутывать преступления и разоблачать мистические тайны. У каждого есть взлеты, падения в жизни, и, безусловно, к смерти тех, кто был связан с сериалом «Хор», привели совершенно разные причины. Все можно объяснить обычным совпадением, но подобный подход лишит нашу жизнь мистики, магии и загадочности. Природная склонность к рациональному мышлению наряду с психическими факторами диктует нам верить в потустороннее и мистическое, в семейные проклятия и привидений. И на самом деле мы просто сами хотим верить, что есть неопознанное, а значит есть возможность приоткрыть завесу загадочных тайн. Благодарю, юные детективы, за просмотр этого ролика. Если вам нравятся видео, связанные с сериалами, фильмами, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я буду рад их прочитать. И я читаю все комментарии, хоть и не на все отвечаю. Как всегда, берегите себя и друг друга, и до встречи в следующих роликах. Пока, юные детективы. Да, и снимайтесь в хороших фильмах, конечно же. И потом держите себя в руках. Вот такое напутствие. Замечательно.